Воскресенско-Германовский собор города Ульяновска доставлен ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Его сопровождал эксперт синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви протоиерей Сергий Домнин. В этом году ковчег с мощами святой блаженной Матронушки прибывает в Ульяновск из Новомосковского Свято-Успенского мужского монастыря города Тула. Там, где находится родина блаженной Матронушки, ковчег привозит оттуда по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла в рамках международной духовно-просветительской программы «Духовная связь». По прибытии ковчега в Воскресенско-Германовском соборе по переулку Гоголя был совершен молебен с акафистом блаженной старицы Матроне. Молебное пение возглавил ключарь собора протоиерей Антоний Закурдаев. Отцу Антонию сослужили секретарь Симбирской епархии протоиерей Дмитрий Фомин и клерики Воскресенско-Германовского собора. Я часто бываю в этом храме, и сегодня особенный день. Привезли мощи блаженной Матроны. Вот, и сегодня вот мы остались после службы. В общем, есть возможность помолиться святой у ее мощей и приложиться к мощам. Симбирский ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской будет пребывать до 1 июля. Помолиться святыне верующие смогут ежедневно с 7 утра до 7 вечера. Ирина Антонова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.